МФЦ, инвестиции и ремонт дорог обсудили сегодня на заседании правительства области. Длительное время губернатор уделил обсуждению вопроса инвестиций и льгот для бизнеса. Он отметил, что пока Подмосковью далеко до лидеров в этой области. Поэтому доля бизнеса должна расти, а власти на местах создавать всяческие условия для развития предпринимательства. И здесь стратегически важно конвертировать опять свои слова в поступки и дела, особенно на земле. Начиная со встречи с коллективом, который открывает парикмахерскую, химчистку, ветеринарную клинику или детское дошкольное учреждение. Удобно, быстро, просто и понятно. Таким должны быть МФЦ в области. По словам Максута Шадаева, часть многофункциональных центров уже соответствует этим требованиям. Идет сокращение времени ожидания в очереди, появляется возможность записи через интернет. Кроме того, в ближайшее время МФЦ еще больше расширит спектр оказываемых услуг. Все заявители, которые обращаются за получением тех или иных услуг, автоматически проверяются на предмет наличия налоговой задолженности. Значит, и им прямо на месте, в случае, если эта задолженность есть, им прямо на месте распечатывается счет, который они могут взять и пойти прямо в терминал оплаты, который стоит там же в МФЦ, и оплатить задолженность. То есть оплатить, не отходя от кассы.